Всем привет, с вами Катя Карандаш, и сегодня мы будем изменять два слайма от фирмы Мистер Бу. Вот такие вот слаймы. Сейчас я попробую вам показать их. Вот, Мистер Бу. Зеленый и красненький. Хочу вам показать его вначале. Ну, начнем мы, пожалуй, с зеленого. Давайте посмотрим сейчас, как он сейчас. Прям в рифму сказала. Как он кликает? Тянется, плохо тянется, рвется. Почти не хрустит. Ну, нормально хрустит, так уж и быть, ладно. И вываливается на кусочки. И начнем мы его изменять с самого главного. Зубной пастой. Сейчас я ее возьму. Вот она. Я использую такую. Добавляем. Ой! Ладно, пока подниму. Добавляем. Вот так, только нормально. И размешиваем. Перемешиваем. Пожалуй, добавим еще немножечко. Ну, вот так вот у нас получилось. Вот розочка. Так, теперь добавим крем. Вот такой крем я использую. Добавим. Нормально. Опа. И перемешиваем. Люблю моменты, когда перемешиваются ингредиенты. Ждем. Его перемешала. Теперь добавим мой любимый ингредиент. Сейчас я его скручу розочкой, попробую хоть бы. Вот он такой кремовый стал. Ну, примерно так. Пена добрича. Забалтываем. Вот столько. Нормально. Нет, еще немножко. Хорошо, поставили и перемешиваем. Чтобы он увеличился. Пожалуй, все, я его уже перемешала. Он такой нежный стал, но все-таки цвет я его буду изменять. Я сейчас возьму свою любимую гуашь, потому что все используют акварель, но у меня акварели пока что нет. Сунем. Так, зеленая краска. Палочка. Так. Открываем. Ой, уже засохло. Засохла краска. Ну, ребят, ничего, краски, давай, сейчас я пойду разбавлю ее. А вы подождите меня. Ребята, я уже разбавила краску. Давайте смешаем. Кусочком это придется. Потому что не полностью. Ой, разбрызгалась. Я надеюсь, на следующем слайме у нас
такого не будет. Ну, сейчас, можно сказать, так выйдет. Ладно, все, нормально пока. Положим. Берем, у меня уже руки грязные. И перемешиваем. Если что-то не так, добавим еще. А, я уже стол грязный. Сейчас, подождите. О, вот так вот. Чтобы он был такой нежный цвет. И яги надо. Все, размешали, немножко испачкала, ну ничего, потом вытерла. Следующий ингредиент, я добавлю легкий пластилин вместо полимерной глины, потому что у меня ее нету. Берем. Я взяла самый белый цвет, потому что белого там не было. Опа! Достаем. Добавлю столько, побольше. Вот столечко. Я размешаю, потому что я с пластилином ночью его перемешала. Посмотрим, как он размазывается. Так себе. Так, следующий ингредиент. Я добавляю... Что я добавляю? Я добавляю блесточки. Зеленые блесточки. Ярко-зеленые блесточки. Вот такие. Красивенькие. Сейчас посыпем. Пожалуй, нормально. Сейчас перемешиваем. Мое любимое занятие перемешивать слайм с краской и с какими-то добавками, как блестки. Ребята, что там такой слайм так мало? Давайте побольше. Не жалеть. Вот так, половина. Слайм же большой. Поэтому нужно побольше блесток. Только надо, главное, не переборщить, чтобы... На руках не оставались. Ребята, мой вам совет. После изменения слаймов никогда не продолжайте добавлять ингредиенты, а то слайм у вас испортится. Блёсток почти не видно. Вода растягивает, что видно. Пузырь. Крутой слайм получился. Ну, на этом слайме пока что мы остановимся. Я вам расскажу одну интересную новость. Кстати, интересно, он уже поместится в баночку? Давайте посмотрим. Может быть, поместится. А, нет, не помещается. Вот что это такое? Эпик фейл какой-то. Ну ладно, так что быть. Туда бы мне его еще положить. Я же не знаю. Попробую закрутить розочку. А так, этого пока просто оставим. Я сейчас баночку получу. Подождите меня, я сейчас приду. Ребят, я вернулась с баночками. С баночками от Play-Doh. Для первого и для второго слайма. Пока что первый уберу. Так, сначала положим в баночку. Сколько поместится, а остальное в баночку от Play-Doh. Столько только не помещается. Вот такой вот тип слайм есть у меня. И заложим сюда. Пока что я это тоже в стороночку. Тут пока что ничего нету, пусто. Извините, у меня все падает. Теперь будем изменять вот этот красный слайм. Красный. По той же самой формуле.
Да. Ребята, запоминайте, какой слайм сейчас и какой будет потом. Так. Ладно, давайте туда уже добавлять ингредиенты. Как сначала, как всегда, пасту. Вот столичка. Сползает, не хочет добавляться. Ну ладно, перемешиваем. Попробуем еще добавить. Вот столичка. Все. Теперь точно хватит. Да, я никогда не укладываю с пастой. Ну вот что у меня получилось. После того, как я добавила пасту, немножко липнет. Но это для меня не беда, потому что еще впереди очень много ингредиентов. Он уже разлипнет, когда я добавлю все. Подождите, давайте я уберу участки, которые у меня остались на руках. Оп. Короче, очень получилось. Ну это еще не все. Теперь добавим крем, как и первым. Топ, он ко мне липнет. Почему с вами липнет? Так как загустителя у меня под рукой пока что нету. Нет. Ну, стекается сразу. Ладно. Еще не заканчиваем, а добавляем пену, как и в прошлый раз. Больше добавим. Он стекает вниз ко мне. И вы смотрите, он уже без этого размазывается. Ой, что я позвала назад от вас. Сейчас я заберу пену. Я думаю, уже все. Ну вот, что бы получилось после того, как я добавила пену для бритья. Она стала более воздушным. Воздушным! Так, постепенно, постепенно. Он глянцевый какой-то получился. Сейчас мы это исправим. Так, сейчас я возьму черную краску. Да, ребят, прикиньте, опять черная краска. И мне опять придется разбавлять. Да боже мой, что это за день сегодня? Ну ладно, подождите меня. Так, я добавила краску, как смогла. Берем другую палочку, другую. И добавляем. Черная, ребят, представляете? Думаете, зачем я это делаю? Ну хочу я черный слайм, представляете?
Уберись. На! И опять же, эпик фейл. Ладно, все нормально. Тоже убираем стороночку и перемешиваем наш слайм. Если не хватит, у меня еще много предметов, что улучшит его цвет. Давай добавим еще немножко. Пишите в комментариях, где в Украине можно купить акриловые краски в тюбиках. В тюбиках. Чтобы потом не вот так вот, как я, не мучиться. Как-то так, сереньким стал. Ничего, сейчас я еще кое-что добавлю, он станет полностью черным. А сейчас пишите в комментариях, вам нравится этот цвет или нет. Если честно, ну, немножечко. Он такой, знаете, темный. Опять же, черный, легкий, воздушный пластилин. Легкий. Он более мягкий, чем прошлый. Ко мне слайм пристает все время этот. Нормально. Почему он не закрывается? Ну так. Добавляем только уже по мелким-примелким кусочкам. Чтобы он стал черным. Ну, вот каким он у меня получился. Черным и черным. Как это легкий пластилин. Надо точно встать. Теперь добавим блесточку. Белые как снег и черные как черные. Так мы слайм. Так, сначала добавим черненьких. Так, чуть побольше. Ну-ка, давай его. Но моих блесток черных, наверное, не видно. Я добавлю белых. О, теперь видно. Тоже по половинке добавила. У меня все по половинке. Все, перемешиваем. Ну, все рассыпается, ребят. Блестки. Мне, если честно, нравится эта добавка. Но пенопластовые шарики больше. Но у меня их сейчас нету, поэтому блестки. Тут в бой. Давай еще немножко черного, чтобы было чернее. Я сейчас по столу всему соберу эти блёд, потому что они везде. Ну, у меня получился вот такой вот слайм после изменения
Помните, какой он был? Красный, не чавающийся. Ну и такой какой-то. Ну вот, во что он превратился? В черного. Красивого слайма. Давайте попробуем розочку закрутить. Ой, а розочка не получается, потому что слишком много крема добавила. Ребята, я сейчас вам расскажу один инстаграм лайфхак для увеличения слаймов. Смотрите, берем вот так вот и перебираем, как, я не знаю, как что-то, короче. И он должен увеличиться. Я, если честно, первый раз пробую, поэтому проверяем. Ну, не знаю. А по-моему, он увеличился. Ребят, он увеличился. Этот инстаграм лайфхак работает. Всем рекомендую. Теперь посмотрим, помещается он в баночку или нет. Я ж не знаю, я не проверяла еще. А в баночку он как раз влез, потому что тогда он не помещался в нее. Вот смотрите, прям в точь влез. Ну и ладно, сейчас. Давайте попробуем закрыть. Закрывается. Это, по-моему, получилось. Ой, стой, птички. Ладно, не важно. Пишите в комментариях, ребята, какой слайм вам понравился больше. Вот этот вот космический. Нет, я его называю космическим. И вот этот яблочный. Если бы у меня были шарники, я бы их положила. А сейчас их нету, поэтому... Очень классные получились. Я их делала по одинаковым рецептам, а получились по концу... я не знаю, как это называется. Ну, короче, они получились разные. Не только по цветам и по блесточкам. Ну, вообще разные. Давайте. Ну, ладно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. И не забывайте написать в комментариях, как бы вы назвали эти слаймы и какой вам больше нравится. Итак, всем пока!